Цветок засохший, безуханный, забытый в книге вижу я. И вот уже мечтою странной душа наполнилась моя. Где цвел? Когда? Какой весною? И долго цвел, и сорван кем? Чужой, знакомой ли рукою? И положен сюда зачем? На память нежного ли свидания? Или разлуки роковой? Или одинокого гуляния в тиши полей, в льтени лесной? И жив ли тот, и та жива ли? И нынче где их уголок? Или они уже увяли, как синий ведомый цветок?